Привет! Ты на канале Марч, не забудь поставить лайк. Украинский паралимпиец отказался фотографироваться с российскими спортсменами. Легкоатлет Игорь Цветов завоевал на Паралимпиаде в Токио серебряную медаль. По традиции, призеры во время церемонии награждения фотографируются вместе, но украинский спортсмен решил не становиться рядом с представителями России. Спасибо за просмотр! Подпишись и поставь лайк.